срочное включение. Сегодня у нас краб сказал... Он надел, короче, плащ-невидимку. Он мне урон нанес. И урон не считает. А я к нему в пяток, наверное, попал. Смотрите, вот просто я стою. Вот. Он прыгает, должен как гостя как бы падать. Но нету его. Аннет, посмотри на видео, боже. Он просто стоит на месте, боже. Вот, просто стоит на месте. Он меня должен бить, но не бьет. Боже. Самое гениальное. Просто стоит, смотрите на него.